Овны. Овнам полезно всегда жить так, как будто они только что вырвались из многолетнего убийственно-скучного заточения в ядерном бункере, как Кимми Шмидт. В первой половине июля попробуйте сосредоточиться на частной домашней жизни или на глубоком погружении в тему, в которой вы хотите разобраться раз и навсегда. Уже несколько лет ваша профессиональная жизнь мутирует и эволюционирует, но вам нужна хорошая и крепкая домашняя база для того, чтобы добиться того, чем вы будете довольны. А в последнюю декаду месяца дела пойдут веселее в буквальном смысле слова. Вам будет полезно плясать, веселиться и тратить деньги на глупости и удовольствие. Телец. Тельцы, как мало кто другой, умеют медленно двигаться и медитативно трогать разные попадающиеся им под руки вещи. В этом смысле Растин Коул из «Настоящего детектива» — это ваше тотемное животное. В начале месяца дайте себе обещание говорить о том, что вас волнует, даже если для этого придется нарушить послеобеденную сонную гармонию. С одной стороны, это сделает вас более привлекательным собеседником. Чем больше в ваших словах будет искренних эмоций, тем скорее вы обрастете теми людьми, которые готовы их разделять. С другой стороны, это поможет вам обсудить и наконец-то решить насущные вопросы с партнерами по любви, дружбе, бизнесу или субботнему караоке. И возвращаясь к любви. История, которая волновала вас с начала года, близка к разрешению и потребует от вас в этом месяце активного участия. Близнецы. Близнецы часто жалуются на собственный инфантилизм и неспособность определиться с направлением в жизни. С последним просмотр сериала «Girls» вам не поможет, но, по крайней мере, вас будет меньше мучить чувство вины. В этом месяце у вас появится возможность перенастроить все составляющие вашей профессиональной жизни. И то, во сколько вас оценивают, и то, чем вы занимаетесь по работе, и вашу репутацию. Не пытайтесь порвать с профессиональным прошлым. Вам нужна эволюция, а не революция. Романтику и работу над отношениями отложите до августа. Сначала вам нужно прочно встать на ноги. Так что даже если 19-20 июля планеты в ярких красках продемонстрируют вам, во что вы ввязались, возьмите тайм-аут. Сначала вам нужно заняться своими собственными делами. Раки. Несмотря на всю свою чувствительность, раки часто попадают в ситуации, в которых им приходится действовать жестко и целеустремленно. Может быть, именно поэтому многие знакомые мне раки смотрят «Хорошую жену», в которой Джулиана Маргулис играет именно такого персонажа. Чтобы заручиться поддержкой космоса, постарайтесь загадывать желания на следующий год своей жизни как можно ближе к 4 июля. И это день новолуния в вашем знаке, а новолуния как раз для того и нужны, чтобы определиться со списком приоритетов и начать строить планы. Планируйте то, что вас вдохновляет, особенно если это связано с путешествиями, образованием или международными отношениями. В любви и творчестве рассчитывайте на быстрое и нескучное развитие событий. Не пытайтесь управлять процессом, но следите за тем, чтобы вам и нравилось, и было не скучно в этом участвовать. Львы. Обстановка, в которую попадает героиня Зои де Шанель в сериале «Новенькая» — это рай для львов. Во-первых, у нее всегда есть доброжелательная, хотя и небольшая аудитория. А во-вторых, дома ей никто не мешает петь. Львам сейчас будет полезно заняться или решением квартирного вопроса, или наладить отношения со старшим поколением в своей семье. Некоторые львы убьют двух зайцев, переехав туда, откуда им будет или проще, или наоборот сложнее общаться с родственниками. Только не думайте, что проблема решит себя сама. Она зрела с самого начала года и сейчас может быть решена в вашу пользу, но только если вы подойдете к ее решению с азартом и боевым настроем. Постарайтесь сделать так, чтобы к 20 числам июля или, по крайней мере, к августу у вас был повод гордиться тем, как вы здорово со всем разобрались. Тогда и день рождения пройдет у вас в очень хорошем настроении. Дева. Если дева берется за что-то по-настоящему, она сделает это как следует. Может быть, именно поэтому многие знакомые мне девы подсели на сериал «Во все тяжкие» именно с того момента, когда Уолтер Уайт научил своего будущего напарника делать то, что он делал, правильно. Девам будет полезно в июле начать почаще выходить в люди. В прошлые месяцы вы были слишком заняты, чтобы общаться с кем-то, кроме родственников, коллег и ближайших друзей.
Это было правильно и своевременно. Но, застряв надолго в одном круге общения, вы рискуете заскучать, а может даже и вообще перестать быть современными. Не бойтесь встревать споры. Адреналин сейчас делает вас более привлекательным собеседником. И в лучшем случае вы не только обогатитесь полезными связями, но и сможете встретить кого-то совсем особенного. Настолько особенного, что с ним можно будет родить вместе какой-нибудь творческий проект. Весы. На самом деле весы очень мало похожи на тех нежных и нерешительных созданий, которыми они иногда себе кажутся. В первую очередь, это политики, стратегии и дипломаты. Именно поэтому интриги из «Игры престолов» близки вам как мало что на телевидении. Вашему банковскому счету в июле точно не будет скучно. Но то, в каком направлении будут двигаться деньги, зависит от того, насколько усердно вы работали над заработками. С другой стороны, может быть, вас прежде всего беспокоили не доходы, а приобретение чего-то ценного. В таком случае траты не будут вас огорчать. Несмотря на то, что весы считаются знаком баланса и равновесия, в июле баланс работы-дом может вам не даваться. Если сомневаетесь, выбирайте карьеру и репутацию, а домашними делами вы займетесь тогда, когда у вас будут на них силы в октябре. В октябре у вас вообще прибавится сил на что угодно. Скорпионы. Помимо секса, скорпионов заботят вопросы контроля, власти, а также того, как приобрести больше власти, используя чужие ресурсы. Все это темы карточного домика, сюжет которого щекочет скорпиона в нужных местах. Если что-то не давалось вам зимы, а важное для вас дело постоянно приходилось или переносить, или ставить на паузу, в июле движение возобновится. Более того, вам придется признать, что, несмотря на то, что паузы и переносы вас расстраивали, именно они позволили вам лучше подготовиться. А пока вы упиваетесь собственной эффективностью, попробуйте определить для себя следующую цель. Может быть, немножко менее бескомпромиссную, но более неожиданную. Стрельцы. Стрельцов привлекают безграничная свобода, эксперименты и успех, а еще яркий макияж и пайетки. Все это есть в сериале «Винил». Постарайтесь не нервничать зря. Но если вы все-таки нервничаете и переживаете, не вините себя в происходящем. Август будет 100% вашим месяцем. Но чтобы вы были к нему готовы, нужно, чтобы у вас в голове щелкнул переключатель. А пока все указывает на то, что переключить его способны только ваши сильные эмоции. И дальше. Подумайте о том, не мешает ли вам ваша собственная независимость. Вы свободолюбивый знак, но чтобы сделать что-то по-настоящему большое и важное, даже вам может понадобиться объединить свои ресурсы с другими людьми. Козерог. Козерогов часто считают целеустремленными людьми-костюмами. И только они знают о том, что под этими костюмами скрывается. А вот в сериале «Форс-мажоры» отражены обе стороны жизни Козерога. Сейчас вы можете находиться в полной растерянности относительно себя, своих амбиций, карьеры и предназначения, но это не должно помешать вам определиться с тем, что вы хотите от отношений. Хотя бы на этот год. Если вы в поиске, можете начать составление списка качеств желаемых и обязательных. Вы же любите составлять списки. И отправляйтесь на поиски. На самом деле, желание и на людей посмотреть, и себя показать может одолеть вас и в том случае, если новые отношения не интересуют вас даже теоретически. А еще у вас появится возможность возобновить приятельские отношения с кем-то, с кем в первый раз наладить контакт не получилось. Водолей. Хорошему водолею в течение жизни важно не терять себя, будучи полноправным и активным членом группы. А в сериале «Оранжевый хит сезона» можно найти с десяток примеров образцового водолейского поведения. В этом месяце водолеям достается скучный, но полезный гороскоп. Вы заняты как никогда, но это ни в коем случае не должно отразиться на вашем здоровье. Наоборот, это должно мотивировать вас на то, чтобы следить за собой еще лучше. Начните со снов. Спите по 7-8 часов в день. Старайтесь есть побольше полезной еды и больше двигаться. Не пытайтесь мотивировать себя тем, что все это когда-нибудь принесет вам какую-нибудь пользу. Просто наблюдайте за тем, как хороший сон, утренняя зарядка и здоровый завтрак влияют на вас уже сегодня. И да, конфликта по работе не избежать, но вы сможете выйти из него победителем.
рыбы. Рыбы – профессиональные мечтатели. Для многих из них задача отличать фантазии от действительности может быть сложной. Тем интереснее вам будет смотреть чокнутую бывшую, в которой граница между реальным и воображаемым часто просто исчезает. А еще это мюзикл. Рыбы весь месяц будут томными и чувствительными. Этой нежной энергии у вас хватит и на любовь, и на стихи и песни о любви, и даже на то, чтобы в порыве воодушевления вляпаться в какую-нибудь еще более интересную историю. Для некоторых рыб она начнется с покупки билета в один конец. Вообще, во все, что связано с путешествиями и международными отношениями, сейчас можно и нужно вкладывать время и энергию. В августе вам придется вспомнить о том, за что вам платят деньги. А пока у вас есть время развлечься, вернуть себе вкус к жизни, блеск в глазах и здоровый румянец на лице.